Вот такая статья попала мне. Михаила Ефремова не ждут в колонии, где сидели футболисты Кокорин и Мамаев. Это было напечатано 7 ноября. Не удалось выяснить, что Михаил Ефремов не будет отбывать наказание в исправительном колонии 4 УФСИН России по Белгородской области. Откуда появилась информация о том, что знаменитый артист окажется в тех же условиях, как осужденные за хулиганство футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, никто не знает. Наш брат-журналист уже собрал свои рюкзаки, чтобы отправиться в Алексеевскую колонию вслед за Михаилом Олеговичем. Начальник смены колонии 4 УФСИН России по Белгородской области Сергей Владимирович на мой телефонный звонок сразу ответил: «Ефремова мы не ждем. Почему вы решили, что он этапирован к нам? Понять не могу. Кто это написал?» Отреагировал старейший работник этой колонии. На мой вопрос, может быть, вы не знаете, что Ефремова везут к нам? Сергей Владимирович ответил: «Я 20 лет здесь работаю. И если бы Ефремов ехал к нам, точно бы знал. Это ведь я встречал Сашу Кокорина и Пашу Мамаева», по-доброму сказал о бывших заключенных начальник смены. Дальше он сказал, что в Белгородской области введен карантин и никого в колонию не пустят. Но Ефремова мы точно не ждем. Так что вот так. Никто его не ждет в Белгородской области. Так что это все ерунда. А на этом все.